Напомню, сейчас идет расследование причин катастрофы. Записи с бортовых самописцев самолета Бек Эйр расшифруют в самое ближайшее время. По словам вице-премьера Романа Скляра, Межгосударственный авиационный комитет работает и в праздничные дни. Черные ящики не повреждены, потому уже к 10 января будут озвучены предварительные результаты расследования. Все вылеты Бек Эйр запрещены.